той команды, которая выиграла Кубок Англии на этом же стадионе сегодня в стартовом составе. Что касается Ливерпуля, то здесь, пожалуй, что главное изменение – это отсутствие Трента Александра-Арнольда и Неко Уильямс. Вместо него начинает матч как правый крайний защитник. Джордан Хендерсон отсутствует, Джеймс Милнер сегодня с капитанской повязкой. В общем, такие не глобальные изменения. Пьер-Эмерик Обамьян – главная звезда Арсенала. 29 мячей в прошлом сезоне. Это мы берем все соревнования. И, конечно, сейчас на повестке дня актуально. Подача. Отличный мяч для Салаха был сделан. Ну а дальше небольшой рикошет от Кирана Тирни. И мяч в руках Мартинеса. Неплохо. И вот как раз мы видим это взаимодействие. Робертсон ускорение Салаха замечает. Я думаю, что это, конечно, историческая причина. Вот такое отношение к Суперкубку в 70-х годах. Вообще могли отказаться играть в Charity Shield. И там их поменяли на Сити и Астон Виллу. Подача. И 1-0. Вот так сейчас как-то так под шумок исторический контекст и забивает, также под шумок отменяет этот гол Вирджила ван Дайка. Бровь подбита, это следы от былых обид и товарищеской игры совсем недавно против Зальцбурга. Да, был офсайд здесь, очень четко отработан. Да, в общем, менялись, и Брайтона кто-то, наверное, подъедет из Лондона по своей программе, недалеко от ворот бьет Джеймс Милнер. Но вот там все то, как и должно быть в эту коронавирусную эпоху. Распространение коронавируса. Пока же давайте за Абамьянгом посмотрим. Ударом пушечным. Фирменный стиль Абамьянга. И это открытие сегодняшнего матча и нового сезона. Здорово, как он положил этот мяч. Никаких шансов для Элисона. Удивительно, нерасторопно действует против Абамьянга защитники. Опять же, типичное движение габонца. Смещение в центр и дальше по дуге аккуратно в угол. 1-0. Великолепный перевод Сака сюда на фланг. И дальше все очень просто, пятится. Неко Уильямс, молодой защитник, не встречает, а только это и нужно для такого маэстро. 1-0. Пьер-Эмерик Обамьянг. Так, Арсенала вновь довольно любопытная. Передача, великолепный розыгрыш. И Сака, очень умная игра Анкете. Бьет, спасает Алисон, но Сака, он сейчас просто творит. Голевая передача на Обамьянга и типичный гол для габонца. И здесь совершенно неожиданный вариант. Ведь кажется, проходить дальше, что там выдумываешь, штрафной. Здесь пока... Атлетичная игра Джеймса Милнера. Вот, не менее атлетичного Гранита Джаки. Вот, из серии вас тут не стояло. Укладывает он на праздничный газон Уэмбли. Полтайма позади, 1-0. И подумал, что сейчас она чуть больше обещает ему. Перестроился на 3-4-3. Там много вариантов при владении и без. Как они в 5-2-3 перестраиваются или когда садятся в 5-4-1. В общем, фол, Фабиньо. Еще одним его человеком. И вот Вильян. Удар поворотом. Примерно из той же зоны. Но две большие разницы. Опять Сака. В фокусе внимания. И все. Все на своих местах. И чувствует себя довольно комфортно Арсенал. Падение. Передача. А вот это уже интересней. Там Садио Мане изображает что-то. Из сенегальского народного творчества. Подача. Подача! Как здорово сейчас мог замкнуть. Мо Салах. В прошлом году 14 во всех турнирах. Удар поворотом. Ну и вот Цимикас. Как человек, который приехал сюда, который будет помогать ротации состава, Юргену Клоппу. Салах. Классный пас на Робертсона, прострел. Ну и ругается Беллерин.
Ну а что тут действительно для мебели ставишь? Раз прибежал Сакатов, давай. Подача. Ну вот сейчас могло быть 1-1. Чуть-чуть не хватило Вирджилу Ван Дайку и Мане, чтобы этот мяч перевести в ворот. Третье место по количеству пропущенных мячей со стандарта у Арсенала. Ну или со стандартов все-таки надо брать. Сейчас посмотрим здесь, что произойдет. Ничего. И вот опять же, нам надо посмотреть. Этот Георгсон отвечает не только за... Защищать не будет. Удар Кирана Тирни, мяч камнем падает на угловой. Очень интересно, нас ждет тайм второй. Пока проигрывает Ливерпуль. И вот этим движением Беллерин себе врага-то нажил. Садио Мане. Кстати, как прячет он улыбку. Менг ушел с фланга в центр. Не думаю, что у Маринера серьезные поводы добавлять этому тайму время. А мяч выигрывает Арсенал. И очень хороший момент для атаки есть. Давид Луис на дальнюю штангу летит с Джо Гомесом. Необычной позиции оказались центральные защитники. О, Давид Луис на фланге. Он и будет подавать. Хороший мяч. Контракт в следующем году истекает. Переподписания нет. Куман сказал, что почему бы и нет. А когда тебя зовет Барселона, это очень серьезно. Поэтому что там в голове у голландца сейчас? Уильямса, тяжелый день для молодого человека. Подача Бамьянга. Нет, Сака не достал немного. Брюстер очень интересный молодой футболист. И вот что ему делать? Опять в аренду? Или надеяться на повторение судьбы Тами Абрахама? Тоже время пришло. Вам дальше что все равно не делает. Просто у нас... Возможность для скорости. Садио Мане и Мартинес сейчас спасает свою команду. Это было сильно и очень похоже на 1-1. Какой крутой пас получился у Энди Робертсона. Ну, здесь рука, по-моему, оставил ее. Ну, на той матч такой проверочный удар слишком далеко. Не стоит менять интонацию. Ну, так прописался в игре. Фантастические деньги. Вот теперь Вильян с хорошей зарплатой переподпишет. Очень надеется на то, что это случится с Абамьянгом. Ой-ой-ой-ой-ой. Кетти прилетела жестко. Что так много про Арсенал, потому что у Ливерпуля тишина. Там все хорошо. Обыгрывать соперника ниже класса. Там кроется проблема. Удар Минамино. Вот и его включение в игру. Но отрепетировать, на мой взгляд, все-таки поставлен. Ну, Юкаё Сака, тот один в один, дриблинг хороший, передача. И с рикошетом мяч переваливается за пределы поля. Двухлем. Тут можно и желтый показать. А Ливерпуль начнет свой сезон 12-го игрой против Лидса у себя дома. Что касается Арсенала, то очень неплохо. Момент и 1-1. Минамино сравнивает счет. Но сейчас будут проверять, потому что там подозрение на игру рукой есть. Минамино бежит, как будто команда проигрывает. Ну, давайте посмотрим, что там по вару. Здесь ничего не видно. А, здесь тоже ничего не видно. Вот так сразу не разобрать. Куми, но ему надо было забивать тут. А, видите, первым с его партнером. Подача. Мартинес. Салах. Ну, как автор атаки. Суперкубок. Поехали. Салах. Четко. А не в небо.
Здесь разгадка. Утеплился Юрген Клопп. Видели-то мы. Ого. Так, пугал. Очень. А что, в серии? Четко. Но. Ну вот. Не на. Sao chép màn ăn mừng của Cristiano Ronaldo. Ngoài tình huống này, còn có nhiều lần siêu sao đắt giá nhất hành tinh sao chép người đồng nghiệp nổi tiếng. Hãy cùng khám phá cùng mình nhé. Ngoài tình huống này, còn những lần siêu sao đắt giá nhất hành tinh sao chép người đồng nghiệp